Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 4 на странице 27 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Одна группа юных натуралистов за лето собрала 7 килограммов лекарственных трав, а другая на 5 килограммов больше. Сколько? Поставь вопрос так, чтобы в ответе задачи получилось число 12. 19. Итак, сначала поставим такой вопрос, чтобы в ответе задачи получилось 12. А для этого нужно просто к 7 прибавить 5. И тогда мы узнаем, сколько лекарственных трав собрала другая группа. Чтобы решить эту задачу, мы к 7 прибавим 5. Получится 12. 12 килограммов лекарственных трав собрала другая группа. Записываем ответ. Теперь нам нужно задать такой вопрос, чтобы в ответе получилось 19. И мы поставим вопрос, сколько килограммов лекарственных трав собрали две группы. И теперь для решения этой задачи мы должны будем выполнить не одно действие, а два. Первое действие у нас будет таким же, как и в первой задаче. То есть мы узнаем, сколько килограммов трав собрала другая группа. Теперь мы должны будем узнать, сколько килограммов лекарственных трав собрали две группы. Первая группа 7 килограмм, вторая 12. Чтобы узнать, сколько всего, нужно к 7 прибавить 12. И в ответе у нас получится 19 килограммов. Что нам и нужно было по условию? Собрали две группы. Записываем ответ. Девятнадцать килограммов лекарственных трав. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.